В Нижнем Новгороде, возможно, будут собирать новые кроссоверы «Шкода». Чешская автокомпания выбирает, где расположить базу для сборки своих новых кроссоверов «Шкода Сноумен» и «Повер». Кандидаты – Нижний Новгород и Калуга. В каком городе точно будут собирать новые марки автомобиля «Шкода», пока неизвестно. Однако, по официальной информации, производство будет запущено в течение ближайших 4 лет. Как будут выглядеть новые модели кроссоверов, тоже пока тайна. Фотографий на официальном сайте компании еще нет. Предполагается, что «Шкода Сноумен» станет продолжением модели Rapid, а «Шкода Polar» будет позиционироваться как более дорогой кроссовер. Стоимость автомобиля в базовой комплекции начнется с 23 тысяч евро. Напомним, что в феврале текущего года Горьковский автомобильный завод уже запустил производство кроссовера «Шкода Йети».